Рецепт приготовления запеченного скваша, фаршированного говядиной, булгур, луком, чесноком, изюмом, петрушкой и кедровыми орехами. Это один из тех рецептов, который идеально подходит для уютного вечера с бокалом хорошего красного вина. Список ингредиентов в конце видео. 1. Разогреть духовку до 200 градусов, сквош разрезать пополам вдоль и извлечь семена. 2. Переложить сквош разрезанной стороной вниз в форму для выпечки, выпекать до готовности, 35-40 минут. 3. Тем временем нагреть масло в кастрюле с плотно закрывающейся крышкой на среднем огне, добавить говяжий фарш, щепотку корицы и мускатного ореха, 1 чайную ложку соли, готовить, помешивая, до коричневого цвета, примерно 5-7 минут, переложить говядину в миску или тарелку. 4. Добавить измельченный лук в кастрюлю и жарить, пока лук не станет немного прозрачным, около 5 минут, добавить измельченный чеснок и готовить до появления аромата, около 30 секунд, добавить оставшуюся чайную ложку соли и булгур, перемешать, добавить воду, уменьшить огонь до низкого, накрыть крышкой и готовить в течение 15 минут, убрать кастрюлю с огня и дать постоять 5 минут, перемешать вилкой, добавить говяжий фарш, изюм, зелень петрушки и кедровые орехи. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. Извлечь мякоть из запеченного скваша, оставляя границы 6 мм толщиной, добавить мякоть в мясную начинку и перемешать, заполнить начинкой углубление в скваше и запекать в духовке 12-14 минут. Вкуснее тем, кто подпишется. А теперь ингредиенты. Средних скваша, 2 штуки, 900 г, оливкового масла, 2 чайных ложки, фарша говядины, 330 грамм, соли, 2 чайных ложки, молотая корица, по вкусу, молотый мускатный орех, по вкусу, средней луковицы, половина штуки, чеснока, 4 зубчика, изюма, четверть стакана, обжаренных кедровых орехов, 2 столовые ложки, количество порций, 4. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Люблю вас, друзья. Жду снова.